Привет, зайки! С вами Кэрол. Это вторая часть разбора четвертого сезона. Начнем. Третья серия называется «Непогода возвращается». Увидев эпизод «Непогода 2», Аврора Брусаль снова аккоммунизируется в непогоду, и на Земле наступает апокалипсис. Смогут ли Адриан и Маринет справиться с силами природы без своих талисманов? Ведь они полопались от мороза и расплавились от жары. Ничего не понятно. Ну, только то, что, скорее всего, наши герои опять переоденутся в серии... Ну, как в серии «Пожиратель», и буду спасать Париж своими силами. Как обычные люди. А. Четвертая серия называется «Гигей. Веселые мальчики» в переводе с французского. Роуз тайно пишет фанфик про Натаниэля и Марка. Но подлая Хлоя заполучает ее наброски и читает вслух перед всем колледжем. И теперь все шиперят парней. От стыда они коммунизируются в «Гигея» и превращают всех парней в геев. Сможет ли суперкот избежать этого проклятия и сохранить любовь к Леди Баг? А может... Я уже вижу, как суперкот клеится к Карапасу. А теперь начинаются вопросики. Суперкот же больше не любит Леди Баг. Какая может быть любовь? А может... Пятая серия называется «Рефлекта и Ко». Во время школьной экскурсии по фабрике игрушек Джулека видит то, что на общей фотографии ее локоть не влез в кадр. И вновь становится рефлектой. Она превращает игрушки в своих помощников, куклет. Смогут ли Леди Баг, Суперкот, Рена Руш, Карапас и Квин Би трансформироваться в одном фабричном туалете и противостоять этому безудержному веселью? Нам наконец-то покажут новую Квин Би, я так этого ждала. Но, блин, злиться из-за того, что не влез локоть в кадр, но это тупость, я считаю. Ну, тупости нам не привыкать, да? Шестая серия называется «Фам Руж». После очередной аккоммунизации Агуста и визита органов опеки, мама Агуста аккоммунизируется в «Фам Руж» и рожает детей. Смогут ли Леди Баг и Суперкот спасти Париж от этого бэйби-бума и цунами подгузников? Одна из самых безумных серий, что я видела. Аккоммунизация массовки, обожаю. Как в мультике 6+, будут показывать бесконечно рожающую женщину, я не знаю и знать не хочу. Пока что на этом все. Ждите следующей части. А то мой телефон, как я уже говорила, взорвется. Пока!